дальше будет. Прекрати! Привет, друзья, это программа «Парни пробуют», и сегодня мы вот в таком расширенном составе. С нами Дима, с нами Женя, с нами Иван, с нами Максим. Мы будем пробовать роды. Почувствуем боль, которую ощущают девушки вот при этом процессе. Точно такую же прям боль мы почувствуем? У нас же есть не все органы. Возможно, ты родишь даже. Ладно, друзья, это программа «Парни пробуют роды», и мы начинаем. Погнали! Ух! Ребят, естественно, мы будем не сами это делать. Здесь есть опытный человек, Ксения Юрьевна. Это врач с 7-летним стажем. Ребят, конечно... Вы придурки, конечно, вы придурки, я это вижу. Мы сюда пришли вот с целью почувствовать вот эти эмоции, которые вот девушки испытывают, когда рожают. Мы сможем это испытать? Мы можем это сделать. Боюсь, что это то, что нам нужно. Блин, а если будет как-то тяжко, это будет кесарево сразу, что это вообще? А есть место, где вот совсем больно? Этот кабинет. Ты не волнуешься? Дим, я думаю, что отец ты. На самом деле, Егоров единственный, кто выглядит как, действительно как роженица. Короче, Егоров, вдруг, если ты будешь сейчас орать, то мы с коленки с двух сторон бьем тебе пощечину. А я тебе соски сворачиваю. Да. А я? Одна желтая. Фу, я не хочу это смотреть. На Диме на тело ты имеешь? Да. Мы не хотели тебя расстраивать, Жень. В смысле? Ну, ребенка не будет. А зачем мы все это делаем? Мы купим тебе мороженое. Хорошо. Не закрывай глаза, ой, а то умрешь. Ой, пока больше похож на зачатие. Серьезно, настолько? Мне больно руку, мне больно руку! Женя, это вообще не включили на полную сейчас. Придумай себе какое-то имя, придумай, как тебя называют. Ангелина! Тихо, у тебя идет ангел. Что делаешь? Тихо, это все. Не бей её. Мне слезы потекли. Гнида. Что он делает? Странная реакция. Больно, реально, настолько не больно. Не рожайте, вы что, больные? Жень, давай, я буду смотреть. Я тебя предупреждаю, у меня вместо матки катапульта. Дыши. Главное, когда будут схватки сильные. Да кто ты такой вообще? Он царапается. Ох ты, пёс. Мама! Почему ты не кричишь? Да ты кричишь, мама! Ой, что ты делаешь? Он меня поцарапал. Прекрати! Ай, ёшкин пёс! Проще, когда орёшь! Да не, ты обделался, Жень. Знаешь, такая ситуация, мне плевать. Всё, умру, сейчас умру, пожалуйста, Ксения Юрьевна! Ребята, из меня лезет демон! Включайся на максимум, мы его держим! Включайся на максимум! Давай! Я держу его! Кисарите! Кисарите! Уберите руки! Нет, держите! Или уберите! Дайте мне селёдку, или мороженое! Я не знаю, запуталась! Да! О, женщины, вы молодцы! Он опять плачет, Саша. Блядский рот! А, какой такой? Выруби! Сука, выруби! Пожалуйста! Сука! Нет, идите за ты! Выруби, я ебал, блядь! Пожалуйста! Все, пожалуйста! Мне и стыдно, и приятно, и стыдно за то, что приятно.
приятно. Господи, через это должен пройти каждый мужчина. Вот, вот, Жень, открой руки. Вот. Положите ее в корзину и спустите по реке. Я не хочу ее видеть. Произошло, у вас не было ребенка. И я тебя бросаю. Это все программа говно розыгрыш. Теперь кого-то заново родился, хочет поесть. Мы, говорит, не пьем на канале и не материмся, говорит. После этого грех не выпить просто. Короче, как говорил товарищ Большов, после этого не грех и обоссаться. Алло, здравствуйте, заберите меня, пожалуйста, с роддома на Савушкина 127. Да, я ребенка тут родил, и он хочет сразу в ясли, и вы... Да, Савушкина 127. Он в ясли хочет сразу как можно быстрее, пожалуйста! Я выключил. Девчонки, вам респект, реально, вот тем, кто рожал, особенный респектик от нас, а тем, кто не рожал, не надо. Особое спасибо салону красоты Чикаго на Савушкина 127 за то, что они вот такой эксперимент с нами устроили. В общем, это была программа «Парни пробуют». Подписывайтесь на канал наш, подписывайтесь на канал Room Factory, ставьте лайки. Ребята, все это гораздо легче, чем вам кажется, да, Саша? Главное правильно дышать. Что тупой, завершите, я говорю. Пока, пока. Привет, друзья, нас уже 200 тысяч, это очень круто, спасибо, что вы с нами. Но помимо наших проектов, иногда мы делаем какие-то совместные, и один из них вы можете увидеть на канале Room Factory, это канал наших друзей, мы сделали с ними очень крутую штуку, а ссылка в описании. Это видео появится вот тут сейчас. Вот это видео, которое мы сейчас снимаем. Мы сейчас снимаем, да, мы два кожа оставим. Типа такая рекурсия. Рекурсия, да. Сами вставим. Мы сами все вставляем. Монтажер, да. У нас вот.